Ребят, всем привет! Снимаем подушку безопасности на автомобиле Opel Signum или еще Opel Vectra C. Так, все, начинаем. Для начала мы руль опускаем в самый низ и на себя его вытягиваем, для того, чтобы у нас было удобство работать вот в этом пространстве. Чтобы вытащить подушку безопасности, нам надо подобраться вот здесь вот сзади, к отверстиям. С обратной стороны у нас два отверстия. Вот здесь и вот здесь. И в них надо попасть плоскую отвертку, чтобы снять подушку за щелок. Сейчас я вам попробую показать. Вот я руль проворачиваю. И смотрите. Ох, наше отверстие. Где оно? Вот. Я его нащупал. Вот сюда в отверстие вставляем отвертку. И проделываем манипуляции. То есть отвертку надо гнуть вниз. Вот так вот туда-сюда и вниз-вверх. И у вас вот эта вот сторона подушки должна выйти. Затем другую сторону также переворачиваем, делаем абсолютно то же самое. Вот я беру вот эту такую отвертку и в наше отверстие вставляю. И получается вот вниз-вверх вот так делаю. И смотрите, вот у меня подушка. Все, вот она вышла. И клемму аккумулятора я отсоединил, чтобы руль у нас не гудел. Затем проворачиваем. И вот это отверстие тоже попадаем. Все, и точности также туда-сюда, все, вот. Подушка у меня в руке, можно сказать. Давайте я вам сразу покажу на снятой подушке. Вот смотрите, вот у меня отвертка. Вот я попадаю в это отверстие. И смотрите, то есть я отжимаю отвертку вниз, жало само. И видно, да, у меня скоба отходит. То есть левая часть подушки у вас выщелкивается. Вот получается, вот я вниз вот так вот тынц, жало утапливаю. И вот с этой стороны абсолютно то же самое. Вот смотрите, отвертку я в отверстие воткнул. И отвертку получается на себя. И жало отвертки поджимают нашу скобу. И освобождают наше крепление правой подушки безопасности. Теперь подушку нашу снимаем. И вот наши разъемы. Их просто отверточкой берем. Наверное, желательно вот с этой стороны поддеваем. Блин, мне не очень что-то удобно, конечно. Сейчас. Это у нас стопора наших разъемов. Их снимайте. Вот фишка раз, и вот фишка два. Подушка безопасности автомобиля Opel Signum или Opel Vectra C у вас в руках.